Спорт на самоизоляции. Как поддерживать себя в хорошей физической форме во время карантина? И когда откроют спортивные центры и уличные тренажеры? Об этом в четверг будем говорить с начальником управления физической культуры и спорта администрации городского округа Мытищи Юлией Бакуровой. Свои вопросы вы можете присылать уже сейчас на электронную почту. Напомню, программа «Диалог с властью» в эфире Первого Мытищинского 28 мая в 20:00. Звоните, принимайте участие в программе, выстраивайте свой диалог с властью.